Привет всем на канале Дим Кладоискатель. Сегодня мы втроем. Снова Олег и Александр. Наконец-то нам повезло. Кукурузу гребаную наконец-то скосили. И протестовали. И трюган, зараза. Как обычно, не переключаемся, ждем находок. Сейчас империя попрет. Третья подка от гильза. Здесь они, блин, в приоритете. Здесь их гора целая. Но ничего, мы к этому готовы. Двигаемся дальше. Сигнал 16 был, теперь пуля. Пули и гильзы. Вот сигнальчик был 12, какая-то финтифлюшка. Какая-то отделка была от чего-то. Так вот, первая находка путная. Олег у нас первым отличился. Копейка 24-го года. Капец, ветер сегодня. Наконец, что-то путное. Тоже сигнал был 16, да, 17, думал гильзы. Нет, это у нас крестик, смотрите, какой красавчик. Отлично. Что, посмотрим поближе? Первая находка на сегодня. Такой крест целый. Цвета. А был снапер. Как я говорил. Вернее, я еще не говорил. Здесь очень мусор. Находок очень много всяких. Кроме пута. Ну вот, Олег поднял копейку 24, а я крестик. Не знаю, что это будет. Yes, сигнал был. Ногой просто подвинул. Походу это у нас империя. Империя. Да, это скорее всего 2 копейки. Наверное, николаевские. Есть такое дело. Первая монетка. Отлично. Двигаемся дальше. 2 копеечки. Империя. Первая монетка. Ну, часа полтора точно мы ходим, наверное. Отлично. Не вижу, какой год. Но это и не важно. Находка. Отлично. Наконец-то. Уже, наверное, 101 сигнал был 17. И все это было гильзы, все это были. А теперь у нас троечок. Отлично. Ну, немножко убитенький. Вторая монетка, снайперочка выцепила. Ну тут мусорно просто жесть. Сигнал был 16-17, снова как гильзы звучат. Ну, все равно их подряд копают. И наконец-то монета, 3 копейки, но убитая. Да, ну ладно, двигаемся дальше. Очередной сигнал 17 был. Смотрите, какое-то снова украшение, уже второе. Прикольно. Берем. Ветер, зараза, не знаю, будет слышно, нет. Смотрите, какая красота. Какое-то украшение, отделка чего-то. Может, у кого есть какие предположения, отписывайтесь в комментариях. Класс, класс, класс. Берем, двигаемся дальше. Двенадцать-тринадцать, что-то на поверхности кругленькое. Копейка. Копеечка. Алюминиевая бронза. Прям на поверхности. Но все равно катушечка снайперка ее увидела среди всякого мусора. Отлично. Еще одна монетка. Копейка, алюминиевая бронза. К сожалению, на этом поле сохран оставляет желать лучшего. Ну ладно.
Находка, но есть находка. Двигаемся дальше. Снова сигнал 13. Прям недалеко. Снова копеечка. Эх, катушка, снайперка. Молодец. Не зря я сегодня обул. Еще одна копеечка. Надеюсь, вы меня слышите. Ветер капец просто. Алюминиевая бронза. Но это вроде получше. Сохран. Почиститься, надеюсь, будет в абажуре. Так, какой там 40, какой-то 9-й, что ли, не вижу. Опаньки. Сигнал был цветной и черный. Черный выкупал. Думаю, еще раз проверю. Опаньки. У нас колечко. Колечко, колечко, кольцо. Фабричное. У меня таких уже несколько. Кому надо, обращайтесь. Отлично. Звучало как империя. 27. Колечко. Фабричное, не из монеты сделанное. Видно прям катанное, красивое. Возможно, было обручальное когда-то. Отлично. Двигаемся дальше. Снова был сигнал 13. Что, у нас снова копейка, что ли? Да. Это капец. Снайперка рулит. Отлично. Офигеть просто. Капиндос, алюминиевая бронза. Третья монета. Достоинством 1 копейка. Выбрал вот одну полосу и вот по ней иду. Видать, распахан был фундамент. Все растащило с одного дома. Снайперка рулит. Двигаемся дальше. Сигнальчик был 12. С ним я нашел уже много чего интересного. И у нас крестик. И снова целый крестик. Отлично. Вид другой. Снайперка рулит. Еще один крестик. И снова целый. Отлично. Красивый крестик. До этого час, наверное, или полтора ходил вообще без находок. Потом совсем, вот надо привыкать. И от штатки, когда привыкаешь одно дело к штатке, потом к снайперу. Со снайперкой надо по-другому ходить. Надо мельчить, по полшага делать, по 10 раз по одному и тому же месту проводить, перекрещивать на мусорном поле, и будет результат. Что это у нас тут такое? Опаньки. Блин, что, задел что? А, хрен там. Думал, монета, блин. Жопа от большой тарелки. Собака, блин. Я уж все обрадовался. Смотрите, какой сигнальчик. 18. И что-то очень-очень желтенькое и очень-очень похожее на золотишко. Да? Сначала подумал, что золото вряд ли. Слишком легкое что-то. Прям невесомое. Небось, алюминий анодированный. Все, идем к машине. Сейчас дойдем до машины и покажем, что мы наковыряли. Снайперка сегодня отличилась. Не зря я ее сегодня обул. Вот сколько надо шмурдяка перекопать, чтобы найти хоть пару-тройку монет. Смотрите, сколько гильз.
просто гильзы. 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 5, 7, 8, 30. 30 с лишним гильз. О, еще тут. 40-50 гильз. Офигеть. На этом сегодня все. Александр, Олег, давайте с вами не прощаются. Что мы накопали? Мы сейчас в машине снимаем, потому что там ветер крапится. Смотрите, что. Вот это нашел копеечку 24-го года у нас Олег. Это 20 копеек Александр. Ну, вы не поверите, все остальное нашел я. Это снайперка просто, на мусорке просто. Это нечто. 5 монет, 2 крестика, кольцо, сережка и всякой шелупени полным-полно. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал.